23 сентября исполнилось ровно 4 года с момента назначения Игоря Рудени губернатором Тверской области. С самого начала новый руководитель региона обозначил приоритеты. Среди них приведение в порядок дорожной и транспортной инфраструктуры является важным фактором повышения инвестиционной активности и туристической привлекательности Верхневолжья. Эксперты и простые жители подтверждают, за последние несколько лет действительно произошло немало положительных сдвигов. Дороги и транспортное снабжение традиционно были больным местом для Тверской области, как и для большинства других регионов России. Ситуация начала кардинально меняться с назначением на пост губернатора Игоря Рудени. Это абсолютно верные шаги, говорят эксперты, отмечая жизненную необходимость поддержания шоссе в хорошем состоянии. Собственно, дороги – это у нас с вами артерии экономики, да, и они перевозят не только грузы, но и людей. Естественно, что чем лучше мы справляемся с этой задачей, тем более эффективно работает наш экономический потенциал. За 4 года в Верхневолжье в 4 раза увеличились финансирование и объем работ по строительству, реконструкции и ремонту региональных и муниципальных шоссе. Для сравнения, если в 2016 году было отремонтировано 155, то в 2020 уже 567 километров. Объемы выделенных средств выросли с 1 миллиарда 225 миллионов рублей 4 года назад до 5 миллиардов 570 миллионов в текущем году. В нормативное состояние приведено около 1900 километров дорог. Причем ремонт ведется комплексно, с внедрением современных технологий. Советская улица областного центра – наглядный пример коренных изменений в дорожно-строительной сфере. Все мы помним, как 2 года назад укладывали этот асфальт по самым современным технологиям, с применением самых современных материалов. И вот за эти 2 года, как видим, ничего не изменилось. Асфальт на месте, ни колдобин, ни трещины, и даже разметка, она совершенно не стерлась. Однако любая дорога имеет смысл только тогда, когда по ней передвигается транспорт, например, пассажирский. Здесь проблемы в нашем регионе тоже накапливались годами. Подвижной состав в муниципалитетах старел и сокращался. Маршрутные такси, как показала практика, так и не стали достойной альтернативой. В результате областными властями было принято решение о внедрении принципиально новой системы. В феврале заработала компания «Транспорт Верхневолжья», автопарк которой составляют новые машины, окрашенные в единый цвет. Удобство проезда и система оплаты уже оценили жители Тверской агломерации, которым есть чем сравнить. Всем довольны. То, что как раньше маршрутка ехала сломя голову, сколько было аварий, всего они спешат деньги и деньги, а сейчас спокойно все. Нравится автобус, что он новый, что как бы в нем уютно. Мне очень нравится, что безоплата бесконтактная. Ну и число автобусов очень превысилось. Нет такого, то, что в маршрутку раньше приходилось складывать коляску. Теперь мы удобно заезжаем на маленький ребеночек. Маршрутки были старые, неудобные, народу много. Удобно, может посидеть, даже постоять, есть за что подержаться. Нам нравится. В дальнейших планах правительства Тверской области распространить этот опыт на другие муниципалитеты Верхневолжья. На очереди Кимры, Вышний Волочек, Ржев, Торжок. Ведь важно обеспечить на всех территориях современный подход к общественному транспорту, чтобы он был удобен, доступен и безопасен для населения, убеждены эксперты, которые также признают успех первого этапа реформы. Мы теперь вошли в перечень городов Российской Федерации, где за автобусное сообщение, можно сказать, не стыдно. Да? Конечно, там еще много что нужно сделать, но базовая часть положена, и я думаю, что, продолжая в этом направлении, мы достигнем потенциально больших результатов. Опыт Верхневолжья по внедрению новой системы пассажирских перевозок признан успешным и на федеральном уровне и будет распространяться в регионах России. Об этом по итогам заседания рабочей группы Государственного совета по направлению транспорт заявил помощник президента страны Игорь Левитин, отметивший, то, что мы увидели в Тверской области, не с чем сравнить в России.